Раньше для того, чтобы собрать информацию по исполнительной документации, приходилось перебирать кучу документов, и на это уходило много времени. Но сейчас нами была разработана таблица, в которой каждый отдел, формирующий исполнительные документы, ежедневно отмечает данные по формируемым документам. В данной таблице наглядно видны как полная комплектность, так и пробелы исполнительной документации. Вследствие облегчается поиск проблемных требуемых корректировки документов. С ЛИН работать легче.